Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о причинах потери веса у кошек. Нормальный вес – один из важных показателей здоровья любой кошки. Специалисты рекомендуют взвешивать животное у ветеринара не реже одного раза в год. Но что делать, если ваша кошка стала резко худеть? Из-за чего мяукающий друг может терять весе? Давайте рассмотрим самые распространенные причины снижения веса у кошек. Проблемы с питанием – первая причина. Возможно, ваша кошка резко похудела, потому что не доедала. Очень часто мяукающие отказываются от пищи, которая не устраивает их по качеству или свежести. Также нередко кошки не доедают из-за давления со стороны другого доминантного питомца в доме, который съедает их часть пищи. Стоматологические заболевания – вторая причина. Если ваша кошка страдает от проблем в ротовой полости, есть пищу, и может быть очень трудно. Для предотвращения стоматологических проблем не забывайте водить вашу кошку на профилактический осмотр к ветеринару и регулярно чистить ей зубы. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Стресс – третья причина потери веса у кошек. Если ваша кошка не только похудела, но и стала вести себя не как обычно, покажите ее зоопсихологу. Старайтесь всячески минимизировать стресс в жизни вашей мяукающей любимицы. Помните, в большинстве случаев именно от действий хозяина зависит хорошее психологическое состояние питомца. Инфекции – четвертая причина. Бактериальные и вирусные инфекции нередко сопровождаются рвотой и диареей, а эти факторы, в свою очередь, приводят к снижению веса кошки. Заболевание внутренних органов – пятая причина. Потеря веса может быть симптомом таких болезней, как, например, сахарный диабет, болезнь Аддисона, гипертиреоз, язва желудка. Если вы подозреваете, что потеря в весе у кошки может происходить из-за проблем с внутренними органами, незамедлительно покажите животное ветеринарному врачу. Потеря веса у кошки – серьезный сигнал. Если ваш мяукающий друг стал резко худеть, обратите пристальное внимание на его здоровье и поведение. При невозможности решить проблему самостоятельно, обязательно покажите животное специалисту. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!